Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, сегодня мы поиграем в игру Пацифи, называется она, это инди-хоррор, какая-то тетка вон она появляется, не знаю, записывается ли у меня мышка или нет, курсор, но факт остается фактом, я не знаю, что здесь нажимать, здесь host game, join game, single player, я думаю, single player надо нажать, попробовать поиграть. А, окей, это место найти путь в и проверить интерайс, что-то там. Блин, что такое-то? Так. Блять, как здесь неприятно вообще, прикинь. Вот так, такие двери. А, Durlock-то, Recurse Main Key. Чего? Мне типа ключа еще нет? Постучись, вдруг кто откроет. Мне ключи еще искать надо. А где их найду-то? Типа, где-то здесь, что ли? Нет, туда не пойду, мне там страшно. А вдруг меня там кто съест? Так, мусорное ведро. Значит, здесь тот же... За мой дух. Нужно что-то больше сделай здесь. Там что-то светится. Где можно положить ключи? Это трава. Ни хрена не видно. Сейчас еще есть кремота, если будет. Это вообще жопа будет. Мусорные мешки. Какая-то жопа происходит. Мне кажется, это прям вот очень неприятная игра. Но на самом деле она, знаешь, она такая вроде атмосферная, вроде как бы интересная. Чё-то, блин, эта молния так... Я в хорроры вообще не играл. Ну как, играл, конечно, но не прям такой фанат. Я... Боюсь, блин, даже вон этих каких-нибудь звуков посторонних просто в игре в этой. А если еще есть кремота бы... Нет, я даже в других играх обыкновенных боюсь звуков, естественно, блин. Но тут прям вообще, тут дождик, гроза, это молния, не поймешь откуда что сверкает. Кишу. Оба-на. Я нашел. Durlock, Recurse Main Key. В смысле, блин, Main Key? Откуда я тебе найду-то Main Key этот? Я уже везде все прошел. Тут нет ни хера. Оба. В ад, нахуй. Durlock, Basement Key найди. Тут так до хера ключей, что ли? Ноябрь 15-го... Ой, 15-го... 15 ноября 1889 год. Я пытаюсь сохранить ее, но я проигрываю. Ну, типа, у меня не выходит. Я беру вверх, я Вова, наверное, он. Bring Gretcher back, но я боюсь, девочка потеряет навсегда. Вулту Люлери. Че написано, херово не поймешь. Так. Ой, блин, место такое неприятное, прям вообще, оно... Здорово, женщина, привет. Как дела? Ох, вазочки какие классные. Слушай, я бы домой такую положил. Поставил, точнее. Чуть мне подвисла сейчас игра, мне кажется, что здесь что-то произойдет. Коробочки какие-то. Двери. Блять, аж весь чешусь. Мыться надо. Погреб винный какой-то. Бухлишка. Дровишки. Блять, туда идти не хочу на самом деле. Зеркало. Чего? Еще basement key. На самом деле-то, а? Куда идти-то? Вот в эту дырку? Блин, что так? Не знаю, я прям... Вроде не страшно ни хрена. Вроде ничего страшного нету и не происходит. Вот... Да ведь не страшно, это херня все. И... О, газовый котел. Давайте поговорим о жизни. Просто вот о жизни поговорим. Вот кто бы хотел жить вот в таком? Здесь наверняка холодно. Здесь наверняка очень холодно. Потому что это же ведь камень. Камень. Камень вообще холодный. И кто вообще в подвале делает кухню? То есть... Что здесь тикает? Ничего не открывать. Где basement key? Main key должен найти.
Я же даже отсюда не, блядь, Бэзмен Кей. На самом деле. Да че такое? Пиу. Блядь. Оп. Вот. Я дерево нашел. А зачем? А на кой мне дерево? Картоха. Нож можно взять? Я нож возьму, я буду пырять всех, кого увижу. И венца. Венца бахну, а потом буду пырять. И все. И вообще будет никак, ничего страшного не будет. То есть, бляха-муха. И даже изнутри двери не открываются. Блядь. Это прям вообще... То есть, я даже открыть не могу этот. Это я с чем сейчас хожу? А, то есть... Это подсказка. Или не подсказка, или херово, не знаю, что это такое. То есть там тоже дрова есть, но... Есть, я не... Кто-то ходит и кто-то идет. Я слышу, как кто-то вот тут вот ходит прям. Вот тут вот прям ходит. Вот сука. Я иду, блядь, за тобой. О! Лестница. А ее здесь не было же. Прикинь, не было же лестницы-то. Ёб твою мать. Холл, Кей. Сколько здесь ключей-то? Здорово. Ебать. А, я не... Что-то не просто explain, чтобы иметь веселье. Я потерял мою жену, умерла, которая умерла, и моя adopted-дочь зла. Злая, короче. Моя дочь имеет просисит by darkness. Короче, что-то она в тьме и не может быть контролируемая. О, ключ крутится. Нифига себе, я только что увидел. Если она steal Harry... You are a danger. Чё-то, если она здесь, значит, ты в опасности, что ли? Я могу только думать на... Ой, один путь мой остановить ее для хорошо. Гореть маркер Dolls. Чего? Я просто слышу, как этот мандак бегает где-то рядышком. Ой. А! Здорово, сука! Ебать, я только что испугался. А ты чего? А ты чё ходишь тут? Ты дур, что ли? Блядь, вот это... Я мурашки просто... Бля, я чё-то не ожидал, что она сзади стоять будет. Ой, блядь, а чё? Спина, конечно, не поворачиваться теперь. Пизду. Слушай, ты чё ходишь там сзади? Нихуя себе! А, блядь! Сука такая. Ой, блядь. Пиздец. Ебать. Смехуёчки, блядь. Тебе кто красный крест нарисовал на рту? Ебать. В чём смысл игры-то? Чё-то какая-то очень короткая игра. Я чё-то больше играть не хочу. На самом деле она не страшная, она просто какая-то непонятная. Я чё-то не понял, что надо делать. Я нашёл какую-то куклу, она у меня пропала после того, как я прочитал письмо какое-то о том, что дочка там злая у него находится. Типа он... Блядь. Ой. Она не страшная. Ну, нет, она вот с кремотой вот этой напугала, да, но она на самом деле не страшная. Вот, если бы она не стояла рядом, хотя нет, она как раз вот испугала тем, что она стояла рядом. Но
Я не понял смысла игры. То есть я зашел, я нашел вот ключ, нашел куклу какую-то, дрова какие-то нашел. Зачем мне дрова нужны? Написано, типа, какую-то куклу поджигать, что ли. Поджечь нужен куклу. А что нужно было произойти? Я отошел от этой пацифи. Ну, похоже на Эмили на самом деле. Игра Эмили Wants to Play. И... типа, вот это такая же Эмили, только она просто-напросто бежит. Орёт, бежит, и все, больше ничего не происходит. Просто громкий звук и скримак. И смех какой-то непонятный ни к чему. Но... да, испугался немножко, но на самом деле, я не знаю даже, как-то она не очень интересная игра. Она, вот просто прям вот она как-то очень однолинейная. Я пришел в дом и просто проиграл. Я слышал, как она ходила, как она подошла ко мне, и все. Типа, вариантов особо нету, да, развития событий. Ладно, может быть, в комментариях кто-нибудь подскажет кто-нибудь, что нужно делать в этой игре, и тогда, может быть, я пройду ее, но пока что я не понимаю. Здесь, я так понимаю, можно играть в мультиплеере, host game, join game, то есть я буду играть там за Эмили, за... ну, пусть будет Эмили, а буду играть за Эмили, а кто-то будет убегать от меня, и, ну, хрен ее знает, на самом деле. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи в новых видео. Всем пока.